Вот можете посмотреть, как работают мехи в кузнице. Да, но сейчас нас будут не подковы нам ковать, а нам для чая нам раздувают угли. Здорово. Вот сами меха. Вот у нас сама, как правильно, печка, как не знаю. Чай будете пить? Вот вам пирог. Да, Наташ, побольше дай пирога. Побольше. Попьете? Смотри, Наташ, раздувает. Прости, тот-то Сергей, а тебя как зовут? Вовка. Володя, да? Володя. Вот, подергай за эту штуку. Получи радость немножко, вот. Только не сильно так, равномерно делай. И смотри на огонь. Делай и смотри на огонь. Видишь, что? Еще маленький. О, здорово. Здорово. Наталья Николаевна, теперь меня сними. Давай. Я тоже хочу немножко кузнецом побыть. Да. Или подмастерьем кузнечным, как правильно будет. Тоже. Вот так вот раздували. А тебе не жгет руки? Ничего нет? Нет. Ух ты. Сейчас у нас чаек. Слушай, нам надо дома так сделать. Шашлыки когда будем делать? Да, быстренько разогреется угли. Это ничего там стоят бестолковые, ничего не понимают. Приехали, пришли бы сюда. Сейчас я. Наташ, выключай или снимай. Еще раз. Не помню. Помнишь? Да. А, ну да, я тоже помню. Да, отойди. Отойди, я не помню. Стой, я тоже помню. Почему? Отойди, вон раздувается, видите? Поддувало. Вот как, и костер бьется за счет этого. Раз, сейчас, хоп, вот. Видите, как здорово. Можно ли эту кружку взять? Можно. Так. Господи, как раньше жили, а? Видишь, я тебя пригласил, ты посмотрел, а как собиралась вытирать свою казань. Отлично было. Все приспособления были. Да. Сейчас. А, понял. Где там железка-то была? Вот она. А как деда звали-то? Василий. А как? Фамилия? Кузнецов. Все понятно теперь, да, как это делается? Все. Обступивай.